Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в симулятор хирурга, и нас сегодня отправляют на скорую помощь, да, давайте попробуем прямо, Слава, где же ты, это прямо твое, твоя профессия, где же ты, Слава, напишите Славе, чтобы он, что нужно ему пройти обязательно эту игру, и поделиться с нами всем таким ценным опытом. Так, хорошо. В любом случае мы... Вау, тихо. Я тряпку даже снять не могу. А, куда? Огнетушитель? Может, наш пациент еще не горит. Так, а что? В зеленом баллоне. Интересно. Так, ой-ой-ой, я не сюда. Огнетушительки нам, наверное, не нужно. Сердце, куда ты? Куда? Стоп. Вот это мне нужно, да? Как раз это то, что надо. Все, прыгает. Главное, чтобы сердце мы не потеряли. А там все нормально. Давайте хватаем наш любимый инструмент и давайте наконец-то делать дело. Тряпка нам только мешает. Это так, хорошо. Хорошо. Одно ребро, второе. А, нет, хотя огнетушитель чем-то даже, наверное, будет лучше, чем молоток, я думаю. Так, аккуратно. По огнетушителю стукнем, разик. Он взорвется. Хорошо, половину ребра уже нету, еще немного осталось, давайте чуть-чуть, так, сейчас пока первое у нас тренировочное, да, миссия такая, пробежечка быстренько сейчас стану, надо положить более аккуратно молоток взять, оп, вот так вот, я вообще не взял, позвоните Трише, кто такая Триша, как ей позвонить? Так, хорошо. Что? Ты решил Дартом Вейдером стать? Я себе дыхательный аппарат уже начал собирать. Нет, мы тебе сделаем пересадку сердца. Нормально, отлично, профессионально пересадку сердца. Отлично. Так, это есть у нас. Теперь нужно взять шприц. Я его вижу. Аккуратно. Вот это все нам не нужно. Выкидываем. Взять шприц. Нужно срочно куда? Нет, скрылись. Шприц, давай. Оп, есть, давай. Что за банки у тебя? Ну, давай, отлично, все, кровь не идет. Давайте мы аккуратненько шприц положим вот сюда. Вот сюда, говорю, вот сюда, отлично. Так, вот это нам не надо, выкинем его. 900, опять кровь, что, как же ж так ты... Нужно, наверное, избавляться в самом начале от лишних вещей ненужных. Хорошо. В принципе, полдела мы сделали. Огнетушитель тоже надо было сразу избавиться. Ёлки-палки. Так, а ну давайте мы сейчас избавимся. Пока. Пациент не истек еще кровью окончательно. Так, откройте двери. Двери откройте. Ну, что же такое? Почему они не открываются, когда так надо? Давайте открываем двери. О, может в шкаф положить огнетушитель? Сюда вот выбросить просто. Аккуратненько, он должен упасть будет, я думаю, да? Давай. Оп, отлично, я думаю, там и вывалится дальше. Хорошо, так, что мне сейчас нужно, это для начала просто вынуть ненужные органы. Так, все равно куда. Давайте, у нас времени, хотя кровь не течет, в принципе, нормально. Так, что-то застряло, все нормально, отлично. Так, дальше. Что? Печенка. Печенка нет. Нам не нужна печенка. Ну, нам нужна, а вот... Ему уже не нужна печенка. Так, теперь аккуратненько. Как профессионал, берем скальпель в руки и делаем три надрезика. Аккуратненько. Так, оп. Раз. Раз. Что-то не получилось. Что-то пошло не так. Раз, отлично. Даже никто и не почувствовал. Ладно, ждем. Сейчас там сбили, наверное, кого-то. Он не хочет со своей печенкой прощаться. Что же это такое? О, хорошо. Так, еще нужно сделать... Я так и не понял, если честно, где эти разрезы нужно делать. Это вот здесь, вот точно, вот в этой области. Так, тише. О, печенка улетела. Так, все? Нет, по-моему, еще не все. Или все? Нет, сердце еще не выскочило, он должен...
фантастика! Сердце само пересадилось. Вот это да! Вот это я понял. Вот это вот так работают настоящие профессионалы. Просто силой мысли я взял сердце, которое рядышком лежало, и положил его вот как раз туда, куда нужно было. Здорово. Я согласен. Отличная, отличная, успешная операция. Очень-очень великолепная. Так, хорошо. Так, ну, давайте, наверное, следующую операцию мы уже оставим для следующей серии. Она будет, я уверен, пересадка вот почек самая ужасная. Там с этими кишками это ужасно разбираться. Я прям не знаю. Хорошо. Позвоните Трише. А номер не оставили? Нет? Оставили. Можно, в принципе, наверное, как-то его... А ну-ка, можно позвонить Трише? Интересно. Наверное, как-то можно в теории. Ладно. Все, ребят, на этом я серию буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующей серии.